Демографи нацпроектын лектышыже шинча ончылна Мариэлыште тени кок социал тӧнеш шке омсажым почеш. Нунын пашам ышташ ямде улмыштым республик вуйлатыше Александр Евстифеев шкеак терген. Эртышке чылаште туда Морко районышкы да Провой кундемышкы миен коштын. Красты стекловар поселкысы психоневрологи интернатлан да Звениговысы социал полышым темлымы шотышты рюдерлан акым пуэн. Тидын нерген кумданрак мемнан сюжетышты. Красный стекловар поселкысы психоневрологии интернат шукертак шке кумдыкшым шара шунен. Тага йон кок тыжем латкандашымши ишта демографи над проектлан кюра лектан. У корпусом чонгыма паша кол кешуйнен. Тушто колу пилуем ула. Чыла же шида койка верым ыштенат. Тидын деч посна приемны карантинный отделением, кочма верым, медицина паша йен влаклан волгыда да кумда пилуемым ыштенат. Тюра вералан ишаныша влаклан кумалаш посна пилуем влакам келштаренат. Книга гуда, тазалык шотышты эмганем вияңшы шамышлан кок лифт пашам. Икманаш психоневрологии интернатын у корпуса тачысы илышлан тюреснек келшен толеш. Для нас это большой такой проект, завершившийся строительство. Было нам необходимо, чтобы снизить очередь, вернее, вообще ее ликвидировать в психоневрологические интернаты. Поэтому для нас мы вот сейчас за моей спиной корпус как раз для корпус милосердия, вот, и часть оттуда уже переедут в новые комнаты, в новые условия. Вот, поэтому, конечно, для нас это большой праздник. Но мы сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию. У нас в планах и строительство реабилитационного центра для инвалидов, и центра сопровождаемого проживания для людей с ментальными нарушениями. Мы, конечно, планируем и мечтаем, и будем достигать этих целей. Александр Евстифеев интернат он тыжвал сынжым, кёргө пилэм влакан пашашка колташ ямда улмыштым тюткан терген. Тудык мняр сите дымашым тёрлама шотышта шке темлымашыжым луктан каласен. Икта же коммуникация система дэна калдалтан. Гипсокартон, посчитайте, влагостойкий гипсокартон. Ну, наверное, где-то нужны, конечно, люки где-то для обслуживания. Но, для обслуживания. Да, но это немного. Но надо закрыть и белый цвет покрасить, и все. Ну, как будто мы в производственном помещении находимся. Неужели в проекте так осталось? Нет, да, так было, к сожалению, Александр Александрович. Да. Но это поправимо, это надо, это конечно, поправимо, со временем, конечно, поправим. Я думаю, что не зимой, так летом надо сделать, закрыть. Это не затратная работа, это совершенно небольшое. Мемнан элышты нелы илыш ситуация шкалогалша ен влаклан кукжаныш тырлы семын полшаш тырша. Тидын шотышта лектыш куандарыша. Мутлан Мариэлышта психоневрологии интернаты шкалогалаш черет уке. Тидыжы социал виктышын кюлыш семын пашам ыштымыж нерген ойла. Нацпроектым пашажан кюра ятыр еңын илышыжы юнанрак леш. Анды красный стекловар поселкысы психоневрологии интернатышта илыша даемлалча еңлак шкеныштым менгышта улмагаек шижын кертыт. Очень достойные помещения, функционально они наполнены. Я сейчас не про мебель говорю, а про функциональные комнаты. Это и медицинское обслуживание, это социальное обслуживание. Это, в общем, необходимое для данной категории граждан возможность заниматься своим личным досугом. Вот, и электронная библиотека, и книжная библиотека. Блок питания, никуда ходить не нужно. Но все очень достойно. Поэтому я думаю, что это один из лучших сейчас у нас корпусов в республике в целом. И это надо взять за основу, за образец и вот ровно таким путем и да, двигаться. Готовый дальше. Проект есть. Готовый проект. Просто, да, конечно, на перспективу то, что еще вчера не проектировалось, нужно брать проект с индивидуальными санузлами в каждой палате, в каждой комнате. Да. Это, ну, это нужно решать. Но что было и что стало, есть с чем сравнивать. Поэтому я всех поздравляю. Вес социал объект и не дал к мучаше Звениково поселка Шташке омсажем почеш. Он же считает, что национальный банк верланен, а анда тудым олмактен калаклан полушым пумышоту что рюдерам штат. Туды тырлы и готан енглактена паша мышташ тюналеш. Паша але шука, тюнгшоту что керго пилым влаком олмактат. Туврашам вашталтат, пилым лашта ту систему моемдат, коммуникация пучым тырлат. Икшова влак нерген адмонден оготыл, тышты нунылан каналташ да мудаш пусна луком ямдалат. Скалодромом, лабиринтом, технопарк. Штат Палымден Мария Ланкалак и лышим своим домашотышты министр же Марина Островская. Предстоит большой объем работ, потому что центр должен быть полноценным с точки зрения содержания оказываемых услуг.
И это современные требования, и поэтому здание нужно подготовить вот для такой работы. Штатную численность надо посмотреть. Я не знаю, справится ли предполагаемая штатная численность, но министру виднее. Но во всяком случае, что неотложно нужно сделать, это завершить небольшие оставшиеся наружные работы, переходить внутрь, ну и работы заканчивать и начинать работать. Хорошо, это спасибо. Качество жизни особой группы населения, и они нуждаются в специальном внимании. Задача власти это внимание обеспечить. Ешараман та здаништак аварий да утарама службан пилка жаверланаш тюнгалеш. Тушка зданин вес могржа гыч пуруман. Республик штанац проект вагдена пашам тютканаштат. Нуном жапаштыз шуктат да калакан илышжам саемдаш полшат.